В Брюсселе во время рейда по делу о парижских терактах ранены четверо полицейских. Один из них в тяжелом состоянии. Во время спецоперации на окраине города внезапно началась стрельба. Несколько улиц перекрыто, остановлено трамвайное движение. Стражи порядка выставили оцепление. Сообщается, что злоумышленников было двое. Один из них вел огонь из автомата Калашникова. Ведутся поиски стрелявшего.